В стаканчиках земля подсохла, сегодня надо устраивать поливной день. Добавим сюда еще ЦЦ, чтобы рассада поменьше тянулась, так как ей стоять еще где-то до 15 апреля. Балаганы пока еще не подсохли, земля влажная. Еще несколько дней надо прогревать балаганы наши. Стоит хорошая погода. Ночами даже обещают до плюс 7 в апреле. Поэтому, думаю, быстренько все у нас прогреется. И начнем высадку. Также нам сегодня надо будет подготовить ячейки к посеву. Здесь земля у нас уже насыпана. Торф, земля с точки. Все перемешали. Сейчас будем насыпать. И 1 апреля будем сеять мохитос. Больше 9000 нам надо посеять. Курочки у меня бегают, красавицы. Несутся хорошо, девчонки. Молодцы, девчонки. Молодцы, молодцы. Ну не кусайся, что ты клюешься? Думаешь, я тебе что вкусненького приготовила? Девчонки, ну молодцы вы. Пойду я поливать. Буду использовать для своих больших растений акварин 18-18-18.